Здравствуйте, меня зовут Смирнова Ольга, я являюсь мастером по маникюру. Сегодня поговорим об уходе за чувствительной кожей рук. Несоблюдение правил ухода за кожей рук влечет за собой такие последствия, как шелушение и сухость. Если кожа рук еще и чувствительная, то без ежедневного ухода просто не обойтись. Необходимо иметь увлажняющий крем, которым пользоваться нужно после каждого контакта с водой, так как вода обезвоживает кожный покров. Также необходим комплексный уход за руками. К таким процедурам относится парафинотерапия. Парафин бывает двух видов – холодный и горячий. Но для чувствительной кожи рук горячий вид парафинотерапии может не подойти, так как возникнет дискомфорт и жжение. Лучше использовать холодный вид парафинотерапии, который не имеет противопоказаний. Применение парафинотерапии холодная очень проста. То есть наносим на ручки крем или маску массажными движениями, разносим по руке. Необходимо проработать зону кутикулы, так как она тоже бывает сухой. После этого мы наносим на ручку небольшое количество холодного парафина и кисточкой разносим по всей руке. Он очень хорошо распределяется. Не забываем про зону кутикулы. Затем одеваем целлофановую перчатку. Можно провести небольшой массаж по руке прямо в перчатке, буквально чтобы распределить парафин по всей кисти рук. Для усиления эффекта одеваем теплую варежку, то есть парниковый эффект у нас будет усиливаться и действие парафина будет увеличиваться. После снятия перчатки также можно провести небольшой массаж, массировать парафин, который остался на руке. Остатки можно удалить салфеткой. Такая процедура насыщает ручки микроэлементами, удаляет все микротрещинки, кожа становится ровной, гладкой и ухоженной. Уникальная формула воска обеспечивает бережный уход за кожей рук, также помогает удалить микротрещинки, смягчить кожу рук, напитать кутикулу, так как кутикула тоже всегда практически сухая и обезвоженная. Дорогие девушки, не забывайте ухаживать за своими ручками. С вами была Смирнова Ольга, мастер по маникюру. И не забывайте, красота в деталях.